Ребята, мы сегодня с вами совершим грибную разведку по территории нашего города. Посмотрим, что растет в наших посадках на берегу Кубани. Вот Кубань сзади меня. И мы сегодня отправляемся смотреть, есть ли здесь грибы. Пойдемте с нами и проверим. Со мной сегодня моя сестра Сюзан. Привет, помаши нашим подписчикам ручкой. Все, идем изучать местную фауну. А может, даже найдем грибы. Лес, конечно, здесь очень сухой, да и лесом это трудно назвать. Это можно назвать больше посадкой. Такой лесопарк. Вот она. Вот. Первая лесная жительница, которая нас встречает. Змейка. Она пригрелась, так смотрит на нас. Большая. И сегодня нас в лесу встречает наша любимая печеночница. Смотрите, какие красивые складки. Мягкие, воздушные и сочные. Ну что, берем и едем дальше. Мне кажется, это был карьер. Такой глубокий. Прямо враг. Как в горах. Здорово. Смотрите, какой экземпляр нам попался сегодня. Зонтик. Какой классный. Несмотря на жару, такой вот красавчик вырос. Супер. Попробуем его вытащить. Ну да, прям немножко так суховат. Ямочку прикроем. Он еще как погремушка. Колечко еще не отделилось. Хотя, когда шапочка эта раскроется, шляпка его, колечко будет свободно не сходить по ножке кататься. Это зонтик пестрый. Вот такой вот деликатес, и мы его сегодня заберем. И вот сразу же за деревом я нашла вторую печеночницу. Тоже смотрите, какая она большая, крупная. Так и просится на сковородочку. Попробуем ее срезать. Она прям так под палочкой красиво залезла. А нет, ее можно, в принципе, под корешка отрезать даже. Вот она, смотрите, на каком маленьком была корешочке. Такая вот тройная, прям чистейшая. Сразу сок пошел. Хорошенькая. Уже возьмем с собой, она уже прям хорошая. Янтики прям толстые, мясистые, чистые, смотрите. Прям такая светленькая, от солнца побледнела уже. И прям говорит, я созрела, бери меня уже. Ну вот и возьмем ее. Хорошая, чистая. До того ж цвет необычный какой. Вот что солнышко делает с грибами. Сейчас попробуем ее срезать. Где мой нож? Сейчас мы ее отрежем. Ох, чистая. Замечательная красавица. Не бойся, ты хороший такой. Такой маленький. Ладошка поместится, наверное. Ёжик. Не прячься. Ну, не прячься, не бойся. Ты мой хороший. Боишься, да? Катя? Я такой пушистый, классный. Ходишься, да?